Видео посвящается Сладиму Ивану, Козлову, Сергею, Бесу и прочим товарищам. Я все-таки нашел это дивное растение. Вот оно как. Нужно выбрать такой плод, желтоватенький немножко. Дотронуться до него. Ай, блин, меня окропило эта штука. Надо его держать, а не просто дотрагиваться. Ай, блин. Нет, сейчас найду менее спелый. Может, вот этот? Нет, этот вообще не хочет струлять. Видишь, сейчас струлючий. Вот струлючий. Это должен быть струлючий огурец. Да, точно. Под давлением вырывается оттуда жидкость со всеми семенами. Такая вот штука. Все, всем удачи.